珍しく丘に長くいるせいか、少し慣れないな。Всем привет, с вами Исхан и игра Genshin Impact. Так, сегодня у нас должен начаться... Так, что у нас? Короче, третий, как он называется, блин? Сейчас посмотрим. Короче, вот третья глава должна начаться, вот это сегодня текущего испытания, в принципе, Милый Дракон. Так, нам надо сейчас сначала пройти задание, да? Так, налетчики в снежной пелене. Ну, давай мы их сейчас и начнем. Это где-то... А, ну туда, до разрушенного моста дойти надо. Блин, так задание не выполнил до сих пор. Вон, то... Блин. И что же там? Альбедо, мы вернулись. Ой, да у нас гости. Знакомое лицо. Пожалуй, позволить налетчикам исследовать эти горы было слишком поспешным решением. А, новичкам. Да. Но разве приключение? Это не постоянный вызов самому себе? Какой смысл путешествий без борьбы и потрясений? Ну и что, что здесь полно злобных или чурдов, бандитов и снега по колено? Это вовсе не препятствие для искателя приключений. Сайрус, переходите к делу. А, да ладно тебе. Общение это как приключение. Важен процесс, а не результат. Даже если тебя обобрали до нитки, разведи огонь посреди снегов и приготовь поесть. Для новичков гильдии искателей приключений путешествие сюда станет незабываемым опытом. А, конечно. Даже сейчас они упрекают меня, ненавидят меня, когда они будут вспоминать об этом потом. Они скажут мне спасибо за то, что я передал им дух приключений. Да, замечательно, продолжайте. Грешок Альбедо во всей красе. Он всегда так безразличен к тому, что его не интересует. Кажется, он не очень заинтересован в искателях приключений. Да, зато он явно заинтересован в тебе. Конечно, можно возразить, что новичкам еще слишком неопыты, а горы слишком жестоки, можно понести серьезные убытки. Что ты подразумеваешь под серьезными убытками? О, вы же... Привет, Сайрус. Давно не виделись. Ах, юная искательница приключений, ее компаньон. Рад вас видеть. Надеюсь, здешний лютный мороз не доставляет вам слишком много неудобств. Мы совсем справимся. Отлично сказано. Обожаю вашу веру в себя. Но у вас должно быть важное дело, раз вы пробили сюда сквозь снег и бурю. Я прибыл сюда, чтобы собрать самые свежие данные Хиличурлах. Попросил ее помочь мне. Кажется, он не хочет, чтобы другие знали о мече. Вот оно как. Группа мечтателей собралась здесь в погоне за своими идеалами. Тогда желаю вам удачи. Мне нужно взглянуть на новобранцев. До встречи. Кажется, мы кое-что узнали. Альбедо ничего не рассказал Сайрусу. Что ж, это магическая меч, как ни крути. Желание Альбедо сохранить все в тайне можно понять. Я все слышу. Мне не следует спрашивать? Следует или не следует, тут ни при чем. Я скажу тебе все, что ты хочешь знать. Но не сейчас. Сейчас у меня есть более важное дело. Важное дело? Да и Пайман угадает. А опять не обойдется без нас. Пайман, ты умеешь на глазах. Что? Пайман всегда очень умна. Я обнаружил неподалеку новую среду обитания, отличных от своих сородичей монстров. Мы можем получить от них новые данные. Тебе нравятся эксперименты, не так ли? Для проведения экспериментов требуется решимость, а упорство лежит в основе работы алхимика. Вы готовы? Тогда в путь. Да. Новая глава. И чего кому? Куда для чего? Куда мне? Ну давай-ка мы телепортируемся, мы не будем бежать пешком. Хотя, конечно, желательно бы. Пешочком по дороге убиваю всяких монстров. А то у меня так первое испытание первой главы еще не выполнено до сих пор. Иди твой налево. Я не хочу воевать сейчас. Время тратить под запись. Во время записи не хочу тратить время на бои.
Падай. Только не совсем падай. Но падай. И чего? Кажется, никого нет. Монстры тоже могут ходить к кому-нибудь в гости? Раз их пока нет, что вы предпочтете? Быстро рассмотреться или отдохнуть? У меня как раз накопились вопросы. Хорошо, о чем ты хочешь узнать? О, вы собираетесь поболтать? Пойман с вами. Я знаю, у тебя много вопросов ко мне и по поводу этого дела. Спрашивай, я отвечу. Но я не собираюсь обманывать тебя. Есть некоторые вещи, о которых я пока не могу говорить, поэтому позволь мне не отвечать на неопределенные вопросы. Ого, оказывается, господин Альбедо может быть очень прямолинейным, когда захочет. Да, он гораздо честнее, чем я думал. Тигоплата? Да-да, что? О, дому мову? Пайман, это ты издаешь странные звуки? Конечно нет, почему это ты спрашиваешь меня, а не Альбедо? А, это Хиличурла. Все, воюем, да? Ну конечно, куда же без войнушки? Конечно, куда же мы уже без войнушки-то? Давай, добей его. Какая-то смс-ка пришла. Или не смс-ка, а уведомление какое-нибудь очередное. Ага. Вот поторопился, ну да ладно. Вы видели? Тот Хиличур сбежал с какой-то книгой. Я не видел никакой книги. Проклятие, это был мой альбом с рисунками. Может, он мечтает стать художником? Пайман думает, что это просто обычный воришка. Он должен быть очень храбрым, раз осмелился взять мой альбом. Кажется, Альбедо злится, просто очень сдержанно. Я помогу. Эх, теперь еще надо охотиться... А, пойдите по следам Хиличурла. Я вот не видел, что кто-то какой-то альбом утаскивал. Как вы умудрились заметить? Впервые вижу, чтобы такие метки оставлялись. А далеко-то нам идти, да? Пройдите по следам Хиличура. Да я уже иду, вы чё? Чудо. Фига себе, а чё у меня такие метки-то остаются? На всякий случай возьму. Скорее, пока он не успел уйти далеко. Ну, спасибочки. Ой, блядь, не тот персонаж, сука. Вот нафига я на них. О, виниловый осколок. Вот эти вот штуки мне все еще нужны. Причем большущее количество, а так до сих пор не выполнил задание. Так, и что, куда мне? А, вот туда теперь. Да иду, иду, я зачем повторять-то? Дальше пути нет, только огромный вход в пещеру. Он побежал туда? Судя по следам, да. Тогда чего же мы ждем? Нельзя дать ему уйти? Подождите, эти горы необъятны, даже если здесь есть проход, пройти по нему будет нелегко. Чувствуете, ветер дышит холодом камней. Судя по эху, пространство внутри огромное. И правда. Поэтому никакой пользы в поспешных действиях нет. Но мы прошли весь этот путь не для того, чтобы отступить сейчас. Но ведь твой альбом очень важен для тебя.
Конечно, но это не значит, что мы можем действовать необдуманно. Есть другой путь, просто он требует чуть больше усилий. Если я не ошибаюсь, эта пещера ведет на другую сторону горы. Ты прекрасно управляешься с планером, да и я кое-что умею. Приготовься, придется немного полетать. О, опять летать. Так, погоди, дайте-ка мы сразу активируем тут фиксера Борина, раз мы рядом. И давайте, когда раз мы рядом, сделаем еще вот так вот. В поисках сокровищ Снежной горы. Что там за достижение такое? Откройте 40 сундуков. Нифига себе, сколько сундуков успел уже открыть. Так, ладно. Разбейте анема янтарь. Ну, полетели, надо еще. А где? Еще на время, нахуй. Ну что, вверх давай. И в чем дело? Смотри, там лагерь. Ну все, добрались. Активируйте механизм, чтобы привлечь хиличурлу. Это про этот механизм речь, да? Че это? Ты так и будешь тут болтаться? Ты не пойдешь, да? Ну ладно, начать испытание. Как много монстров, они пытаются нас окружить. Давай сначала от этого избавимся. Так, есть. Да блин, стой ты. Куда ты отступаешь-то, тупица нахуй поганая? Тебе не разрешал отступать. Да блядь, да вы заебали нахуй отступать нахуй. Стой на месте, когда я бью, блядь. Снежная буря ускоряет накопление. А, мне надо этого довести, значит, да, понятно. Ух ты. Да ты, сука, вот так вот сделай. Да блин, вот. Где у меня дух-то? Погоди. Так, вот заодно подпалим сейчас. Да сдохнешь ты наконец или нет? Наконец-то. Где ты? Ну ладно. Ну давай, чё ты куда ты, блядь, побежала ты, дура? Я хуею. Ладно, ну, поздняк уже. Да хватит тебе убирать, бегай, блядь. Стой на месте. Mm-hmm.
Иди нафиг, далековато ушел. Мне тут подогреться надо. Не успел развернуться. Ну куда ты залез-то нахуй, ёбище? Вот бесит меня вот такие неудобные моменты. Ну чё ты так долго подыхаешь? Наконец-то. Вот альбом, он действительно был у вожака. Где? Ну он повреждён. А где дух-то? Мне нужно вернуться и привести его в порядок. Давайте встретимся позже в лагере. Кажется, Альбедо очень торопится. Конечно, альбом был не должен попасть в руки тем, кто не может понять искусство. Ну ладно, живи пока. А куда дух-то делся? Вот же только что тут был. Куда он скрылся, я не понял. Чудеса какие-то. Кто он испарился? Что-то вообще нихуя не догоняю. Ну да ладно, сделаем вид, что, что так и должно быть. О, кстати, о, раз я рядышком, блин, да ты... Давайте-ка я вот сюда вот залезу. Как-нибудь надо сюда залезть. Вот это забрать штуку. Нет духа нигде. Ладно, возвращайтесь в лагерь Альбедо. Где он находится? О, далеко-то. Ладно, сюда. Телепорт. Так, надо долететь. Лететь туда надо. Альбедо, как там твой альбом? Неплохо. Есть испорченные места, но большая часть не пострадала. Температура в горах низкая, а в окрестностях той пещеры вообще экстремальная. А хуже то, что Хеличурлы обслюнявили все его страницы. Влажная бумага леденеет при таких низких температурах. Замерзшая бумага такая хрупкая, чуть тронешь, уже разобьется, да? Хорошо, что у тебя есть способ восстановления альбома. Неудивительно, что ты алхимик, у тебя золотые руки. Если бы повреждения были серьезными, Альбедо был бы в ярости, да? Почему ты так думаешь? Потому что ты сам сказал, что там много зарисовок и записей. Конечно, я всегда ношу этот альбом с собой. Но это не стоит того, чтобы сильно злиться. Если мне не удастся восстановить альбом, я просто сделаю зарисовки заново. А? Как прагматично. Если бы со мной такое случилось, я бы точно разозлился. Правда? Ты ведь вложил столько трудов в свои эти зарисовки. Да-да. Рисунки — это память. Точно. Не стоит так просто расставаться с вещами, хранящими память. Именно, как хорошо сказано, что прямо с языка сняла. Тоже верно. Делать зарисовки заново томительно. Мне бы не пришлось это по вкусу. Я думаю, это потому что ты такой талантливый. Ты умеешь делать столько вещей, которые другие не умеют, и знаешь столько того, чего другие не знают. Но такие люди порой упускают всякие мелочи. Неужели это недостаток высокого интеллекта? Альбедо говорил, что ты весьма умна, а пайман... Да, пайман – прелюбопытное существо. Пайман тоже упускает мелочи. Эй, не надо применять мудрость пайман к ней самой. Давайте сменим тему. Ранее Сайрус говорил, что хеличурлы здесь могут нападать на искателей приключений и грабить. Место, где мы с вами были, это, полагаю, один из их лагерей. Хеличурлы там очень сильны. Верно, местные хеличурлы гораздо сильнее, чем те, что у подножия. Мне тоже так показалось. Я думаю, это по-прежнему как-то связано с драконом. Темная энергия останков Дурина усиливает монстров. Это и лютые морозы привели к запустению некоторых горных районов.
Путешественница, меч у тебя с собой? Каждый раз после боя в горах этот меч впитывает силу и хранит ее внутри себя. К тому же, благодаря твоему умению очищать вещи, силы изначально скверненной кровью дракона, похоже, избавились от тьмы. Это очень занимательный фильм. Мы не первый раз такое делаем, в этом мы мастера. Хотя я и знал о твоих навыках, увидеть все лучше, всегда лучше, чем 100 раз услышать. Меч, накапливающий энергию, очень опасен. Конечно, это не самое безопасное оружие. К счастью, он не попал в руки хиличуров, иначе нам бы пришел конец. Местные хиличуры стали бы еще опаснее. Опаснее, чем фатуи? Хиличуры тоже очень опасны. Если они получат энергию, то превратятся в супер... Нет, в мегачурлов. Дьявольских мегачурлов. Злобных дьявольских мегачурлов. Злобных дьявольских снегомегачурлов. Снегомегачурлы звучит не очень. Кстати, раз этот меч такой сильный, он может поглотить и твою энергию, Альбеда. Хотите попробовать? Вот это ледяной взгляд. Паймон шутит. Ничего страшного, я не сержусь. Надеюсь, вы продолжите пользоваться мечом. Раз этот меч такой опасный, почему ты доверишь его нам? Это неожиданно. Альбеда говорит одно, а делает другое. Не понимаю, о чем ты. Насчет того, почему я доверил тебе. Наверное, потому что между чужаками часто бывает некоторого рода взаимопонимание. Чужаками? Я имею в виду одиноких людей, не похожих на других, таких как мы с тобой. В этих словах есть особый смысл. Че, все что ли? Задание выполнено. Да, видимо, все. Глава 3. Выполнить все испытания. Ниже, чтобы утерянную силу. Так. Пробудите оскверненное оружие желания до ранга 3. Соберите 600 единиц теплой юности и сущности. Ебать, я пройдите испытание паломничества драконом 8 раз, 16 раз. При испытании паломничества дракона 5 раз, не дав лютому морозу подняться выше 20%. Иди твою налево. Так, ну-ка, а для пробуждения оскверненного желания у нас там есть что-нибудь? Да, есть. Костный мозг дракона. Есть. Вот что у нас тут. Опыт, волшебная руда. Вот волшебная руда, это хорошо. Она мне нужна. Костный мозг тут. Вот это вот какой-то бедный вообще магазинчик. А здесь у нас что? Здесь тоже костный мозг будет. Эх, ну ладно тогда. Испытаниями я, естественно, займусь отдельно уже, вне записи. Главное, сейчас прошли мы задание само. Ну и на этом, наверное, все на сегодня. Да. Мне еще задание в горах не выполнено, блин, нифига. Вот это никак открыть не могу. Да. Тут еще задание есть. Когда я до них доберусь? Ладно, на этом мы, пожалуй, и закончим. Вот такое было задание, неожиданно резко закончившееся. Я даже не ожидал. Так, осталось у нас еще что? Еще осталась глава, не знаю, 4 и 5. Там есть глава? Нет, точно не понял. 4 глава, только 4 главы. Ну, это будет только через 2 дня. А я тогда буду на работе. А там потом Новый год. И фиг его знает, выполнили ли вообще вот это испытание. Они вообще не вовремя это событие сделали. Сейчас как бы не до него. Не до события до этого. Ну да ладно. Надеюсь, найду время и сделаю. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.